Это мой шанс стать героем, сражаться на благо нации. Но у Аллаха были на меня другие виды. А ну стоять! Всем выйти из машины, живо! Вперед! У нас было право заставить их страдать так же, как и мы. Вербовка — это искусство. Очень тонкое искусство. Надо сделать так, чтобы он предал свой народ. Он спросил меня, будешь работать на нас? Сотрудничать с Израилем — самое постыдное занятие. Первый день работы с ним стал началом конца моей карьеры. Мы называли его «Зеленый принц». Мой отец был лидером Хамаса на Западном берегу. Он понятия не имел, чем я занимаюсь. Все равно, что завербовать сына премьер-министра Израиля. В глубине души я был очень напуган. Хороший источник должен быть с тобой, а не против тебя. Вы сын, и вас могут убить в любой момент. Я ощущал ответственность за Мусаба. Как за источника и как за человека. Я был сам по себе. У него были большие неприятности. Я стал понимать, что люди умирают во имя этой лжи. Это большая игра. Никто про тебя не знает. Начинаешь терять ощущение реальности. Он не просто источник. Все это время он был на нашей стороне. Такую связь нельзя разорвать. Аль-Каида подписала ему смертный приговор. Заляг на дно и не возвращайся никогда. Я не тот, за кого себя выдаю. Сын Хамаса.